Сразу три семьи из Хакасии появились сегодня в Омске. К мобилизованным жителям республики приехали невесты, чтобы выйти замуж. Военное руководство пошло навстречу и отпустило женихов в ЗАГС. Мужчины призваны из Абакана, Усть-Абакана и Аскиза. Церемония прошла скромно, без свидетелей, белой фаты и других атрибутов свадьбы. Но для влюбленных главное – пожениться до отъезда в зону спецоперации. Молодоженам дали время провести этот день вместе, погулять и отдохнуть. Уже завтра жены отправятся домой в Хакасию, а мужья продолжат выполнять воинский долг. Каждая пара верит, что разлука будет недолгой. Сегодня это праздник не только для молодых, это в целом, наверное, такое общественное мнение и настроение всего населения, потому что, как бы тяжело ни было, жизнь продолжается. И этим браком ребята еще раз показали, что действительно мы сильны духом. Мы намерены жить, выживать и побеждать.